Всем доброго времени суток. Сходила в магазин, приобрела селедочку. У меня селедочка такая. Сначала мне нужно лучок порезать. Буду мариновать селедочку в баночку. Вырезаю лучок. Примерно вот так. Теперь нам надо селедочку разделать. Подрезаем головку, хвостик. Вырезаем селедочку на порционные кусочки. Примерно вот так. Складываем селедку. Сверху лучок. Поливаем растительным маслом. Вот такая селедочка у меня получилась. Теперь нам нужно разделать вторую селедочку. Здесь вот икра. Икру тоже я положу сюда. Тоже она замаринуется растительным маслом. Вторая селедочка у меня. Селедка у меня уже соленая. Ее только надо замариновать лучком растительным маслом. Все внутренности вытаскиваю. Вот эту селедочку я буду мариновать в баночку. Кладу сюда лучок, потом селедочку, потом кладу еще лучок. И заливаю растительным маслом. Дорогие друзья, вот такая вот маринованная селедочка у меня получилась. Вот она в баночке. За ночь она замаринуется. Здесь у меня лучок, растительное масло и селедочка. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорых встреч в новом.